Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами Лёха. Опа, пропала заставочка. И мы, ребят, продолжаем проходить The Long Dark. Вот. Вот буквально недавно на днях вышел у нас третий эпизод The Long Dark, да? Так, тихо, не пропадай, пускай красивая картиночка. Вышел третий эпизод The Long Dark, в общем. А мы еще с вами не прошли, по-моему, не закончили второй эпизод. И самое время допройти, так сказать. Я уже почти дописал там Alien Isolation на новый микрофон. А вот сейчас же на этот новый микрофон записываю The Long Dark. В общем, ну, качество звука вам должно понравиться. Так, давайте начнем. Я надеюсь, ничего не собьется. Так. Я думаю, что ничего не должно сбиться. Я уже, ребят, все подзабыл, реально. Я уже очень давно не играл в The Long Dark. Ну как, я играл в The Long Dark, только... в эту играл. Выживание просто играл. Что-то мне прям вот захотелось, знаете ли, поиграть в выживание, так чисто для себя. Бывает такое иногда вот. Вот, а до сюжета так что-то и не дошло. Что нам надо? А, точно, нам надо по этим, по радиовышкам, по основному заданию, да? По радиовышкам. Блин, у нас один тайник тут остался. Ну, уже возвращаться туда, я думаю, не будем. В сегодняшней серии мы тогда, наверное, пожалуй, мы, ага, мы в домике на озеро находимся. Я думаю, сейчас соберем быстренько все вот эти тайнички. Вот, я даже не знаю, может быть, я весь процесс-то и не буду вам показывать. Как мы будем идти к этому всему. Возможно, просто короткие отрывочки оставлю, что я эти забрал. Фенти в плюшки. Так, а что у нас тут? А, у нас новые штаны из оленей кожи. И, кстати, да. По медицинке у нас все хорошо. Тут по хавке все плохо. Вот что. По хавке очень все плохо. Ладно. Я, по-моему, ребята, же еще в журнал я ничего не писал, да? Так, ну это все у меня осталось. Да, эти руководства, кстати, читать нельзя почему-то. Как в этом. Как в выживании. Так. Ключ от домика номер один и ключ сейфа. А, кстати, да. Ключ от какого-то домика здесь на озере, получается, я записывал. Нужно будет достать. Ну, блять, а патронов-то сколько, я уже и забыл. А я уже и забыл, то что у нас столько патронов много. Ладно. В общем, что у нас сейчас по плану? Идем, забираем сундуки. Или, может быть, вообще нам, в принципе, особо и не надо, ребят. Давайте, наверное, уже не будем заниматься всем этим. Конечно, все прекрасно понимаю, что может быть кому-то это будет и интересно, чтобы я собрал все это. Но давайте, ребят, все-таки, наверное, пойдем по сюжету, чтобы долго не затягивать, а уже в третьем эпизоде, так сказать, наверное, пойдем по всем побочкам. Вот. Думаю, так будет лучше. Так, у нас кофеек есть. Кофеек у нас есть. А вот топки нифига, да? Да. Ладно. Так, стойте, еще раз. Ножик есть, топор есть, ломик есть. Один выстрел этого остался, куча удочек. Так, а водички. Водичка есть. У нас паёк еще есть, кстати. В принципе, неплохо. Блять, я тут ничего сломать не могу. Так, ладно.
Бахаем кофейка, тут одна у нас есть чашечка. Бежим. Же знаете, вот блин, все равно как бы правильно это выразиться, у Zone Dark все равно какая-то, знаешь, своя изюминка, если я не знаю, как это объяснить. Ну то есть к игре постоянно тянет, знаете. Я еще начал в нее играть, конечно, да, я еще и не покупал ее, как только она вышла там прям в раннем рейтом, я качал пиратки, да, и играл в пиратку, получается. Когда первый раз я играл, локация тут была только Загадочное озеро, то есть вот это вот, на которой локации мы находимся, это была единственная локация, которая вообще. Вот, ну и сюжета, ясен пень, что так такого вообще и не существовало. Шкура сушится. Я, по-моему, где-то оставлял шкуры сушиться. Ладно, хуй с ним. Все-таки сказывается то, что давно не играл, уже все позабыл, что тут планировал. Я помню, что там планировал, блядь, дохуя шкуру собрать, там всю, все эти, блядь, накрафтить, варежки там, блядь, в шубу, там вот это все, шапку. Ну, что-то как-то я уже подзабыл, где я пооставлял эти шкуры, а я помню, что я их оставлял где-то. Он мне как-то... Уже пересматривать не хочется. Их собирать, крафтить. Это мне побыстрее хочется перейти уже к третьему эпизоду, посмотреть, что там будет. Как и вам, я надеюсь, тоже. Так вот, играл я самую раннюю, да, версию Zone Dark. Была только локация Загадочное озеро. Ну и наполнение тут, конечно, было уже... Совсем бедная. Вот эта вот вышка охотника, да, вот которую вы можете видеть. Ее не было. Вышка была. Блять, а где вышка-то была? А, вот тут вышка была эта. Вот, она тут стояла. Наблюдательный пункт. Сейчас она там уже сломанная стоит. То есть поменяли много. Много поменяли все. Локаций много добавили. Мне просто интересно, куда нас... перенесет третий эпизод, на какую локацию. И обновление, кстати, было довольно-таки большое для Zone Dark, там на 3 с чем-то гигабайта. Я думаю, довольно многие они, наверное, добавили в этом обновлении, в этом третьем эпизоде. Вот, ну и, соответственно, очень долго не выходило продолжение. Ой, это кто так? Дятел, что ли? Волчков что-то не видно, блин. Были только на этом, на озере и все. Даже тут не повстречались. Так, а где у нас лагерь браконьеров, да? Не, до него мы, наверное, не пойдем, мы пойдем сразу по этим. Пойдем вот так вот. Потом сюда. И вот сюда обратно, наверное. Ну, этому Джереми надо будет вернуться 100%. И, по-моему, там какие-то детали с радиовышки просил, чтобы радио восстановить. Что это такое вообще? Ветер. Ну, кстати, вообще очень хорошо, что сохранения не подбились, они все так же осталось, ничего не забрали, ничего не добавили, это вообще прям хорошо. Я, конечно, не знаю,
что у меня с чужим произошло. Вы это увидите, конечно. Потому что чужой, я более чем уверен, что выйдет, наверное, раньше, чем The Long Dark. Там у меня почему-то сохранения все по пизде пошли. Вот я не знаю, с чем это связано. Ставишь, ставишь, часы. Тут же они, кстати, ребята, вот не помню, было. А, было все-таки, да? Потому что надо прямо у костра сейчас все это кипятить. Именно ставить баночку там или кастрюлю, чтобы воду скопить там или приготовить что-нибудь. Все-таки это было. И когда же я отключу, мне дают руки. Да, что за фриз был? Отключить эти всплывающие в стиме. Оповещение, кто в чего, кто во что играет. Все-таки, ребят, я сейчас мы закончим, да, с этими вышками. Мы, наверное, сейчас как раз за одну серию успеем вот это все пробежать. Вот это захватим тайничок. Вот эту захватим штуку. Побочные. Школа выживания. В общем, ребят, я за кадром все-таки попробую все побочки пройти. Я это не буду записывать. Потому что, знаете, все-таки хочется, как я говорил, по сюжету пойти как можно скорее, да, но, блядь, все-таки терзает то ли жадность меня, то ли что. Я не знаю, как это объяснить, но вдруг что-то в этих тайниках полезное будет. Сейчас мы покипятим кофейку себе. Блять. Ну то. Блять. Уже все забыл. Выбрать. Давай, 2 литра водички. Something behind. Так, готовить кофейку. Готовить кофейку. Давай выпьем сразу же одну. Пока горяченькая, готовить. Блять, я, по-моему, не приготовил, да? Вася. Тороплюсь. 58 минут, да? Ну, давайте вот это на 68 еще 4 этих приготовим. Готовить. Блять. Ладно, хуй с ним. Поднять. Пойдем. Вот этого ебать. Ну, блядь. Так, почти пришли, кстати. Блять, наверху. Как мне наверх попасть? Ладно, пойдем с другой стороны обойдем. Заебали вы, блять. Вот, сука, черти, блять, расходились.
Так, там трупешник какой-то. Кстати, видите, вот справа, да, у нас тут край красненькая фигнюшка такая появляется. Это, насколько понял, типа, когда по склонам в гору поднимаешься, типа, это показывает, что ты, блядь, можешь, короче, ногу наебнуть. Ну, растяжение получить. Это шляпа очень бесячая, если честно. Ее даже можно с перегрузом, да, я ясен пень, что ее можно получить, да, потому что слишком большой тяжести тягаешь. А вот тайничок. Надо потрепанный шерстяной шарф. Да, возьмем, посмотрим. Спички не надо. Блять, ну да. Такое себе, если честно, удовольствие. Нахуй. Шарфик этот. Так, а мне хотите сказать, что это надо все вот так вот по кругу обходить. Сука, Волчик, оно тебе нахуй не надо. Я тебе базарю. Ай, блядь. Ну, сука. Вот про чем, ребята, говорил, чтобы эта сука пи... Сука, блядь. Эта хрень пиздец какая бесячая. Да ёбаный в рот, сука, ты серьезно? Давай сюда, блядь, пидрила ты. Пошел нахуй, блядь. Несы, так, у нас вывих лодыжки, это у нас бинтами лечится, да-да-да. Давай, применяй. А боль у нас, соответственно, обезболивающим лечится. Так, давай кофейка ебанем. Говядинку вяленую говядинку ебанем, блять, говядинку ебаную. Так, ну вроде бы на верном пути мы. Даже, наверное, давайте. Хотя нет, блин, эффект-то этот. Подождем пока немного. Хотя похуй, давайте. Кофе дохуя. Все, горячих уже нету. Еще одну баночку ёбнем. О, заебись. Бля, до сих пор перегруз, да? Ебаню в рот. Давай вот этих наебни. Все. Так, сохранка прошла. Вы, сука, прикалываетесь с этими волками, блядь. Ну давай, иди сюда. Где еще, блядь? Заебали, блядь, уже. Че, блядь, забегала? Не можешь выбраться, да? Ага. Сука такая. Нахуй пошел, блядь. Ты, блядь, еще хочешь пизды получить? Пидорасы, блядь, шерстяные. Так, понял, это над оленем кружило все-таки. Детали передатчика. А, они что-то весят, серьезно? Теперь сюжетные начали что-то вешать вещи. Так, подожди. Где же оно, где же оно, где же оно? Вот тут, наверное, должно быть, да?
Странно, зачем мне перегруз-то появился? Слушай, пошел бы ты нахуй, а? Заебали эти волки. Чё там, как пушечка себя чувствует? 93, нормально пока. Блять, у меня же этот фаер еще есть один. Надо, блядь, и копье есть. Ладно. Допустим. Кстати, медведя там так и не ёбнули, по-моему, да? Кстати, вспомню про копье и что-то вспомню про этого ёбаного медведя лютого. Ну ладно, допустим. Заебись, волчек заныкался, да? Так, а теперь идем чисто по берегу, можно на семейную ферму с Пенсом. Мы, по-моему, там были, да? И, ребят, как зайдем до второй радиовышки, я сбегаю сюда, я заберу этот ящик. И потом мы уже сами вернемся и начнем вот с этого места, наверное, да, и пойдем до этой радиовышки. Все, решено. Дальнейший наш план действий. Там согревание мне было как-то похуй. А дед, я так заебись. Завыли, сука. Шерстюги, блядь, ёбаные. Я, блядь, из вас носки шерстяные точно когда-нибудь, блядь, сделаю. Кажется, ли саундтрек новый завезли. А тут, мне кажется, блять, лед не выдержит. Да. Сука. Зря бежал сюда. В общем, где синий лед, я так понимаю, там лед не крепкий, да? А где вот белый, там он. Понял. Хуйню спиздил. Игра так не думает. Иди сюда. Давай.
Последний выстрел. Что у нас по времени? Кстати, да, уже ночью. Что у нас? Блять, ну я думаю, до ночи, наверное, успеем дойти. Или может, наверное, уже до фермы дойдем, там заночуем мы на радиовышку. Ладно. Как вы заебали, а? Раки. Не, не все, блядь, сломанные. Ладно. Так, трупешник. Олень или человек? Олень. Один вопрос, был я тут или нет? Не похоже на то, чтобы я тут был. Патроны, ткань лежит. Тяжелый молот. Берем все, что можно. Так, Павка. Тоже хорошо. А ладно тебе. Все норм будет. Ботинки. Так, ну тут топки дохуя, так что. Испорченное. Если испорчено, то нахуй не надо. Что, будем ночевать, ребята, или нет? Я вот даже не знаю. Давайте все-таки, наверное, переночуем. Водички сейчас попьем. До максимума. По максимуму поспим. 12 часов. Нормально. Так, и что, все-таки ночь, да, еще? Печальненько. Так, баночку выкинуть. Слушайте, можно пока поточиться, я не знаю, там, всякими такими делами заняться. Сочи сказал, ебать, что было? Патель, у меня уже галюны, блядь.
Ебануться. Так, допустим, топор наточили, можно наточить теперь ножик. Господи, попей ты уже. Продолжаем точиться. Looks like I survived another night. Угу. Вроде как по картинке показывает, что солнце уже взошло, а что-то все равно темно, блядь. Кромешная темень. Так, этот, по-моему, я... Да, я ее починить не могу. Давай оружие. Один раз почистим. Еще раз давай, ладно, хуйсим. Звук, конечно, неприятный немного, блядь. Так, а нет. Светло все-таки. Could end up being useful. Шинель. Шинель, да, говоришь? Блять, но она весит как космический корабль. Давай возьмем, посмотрим. Возьмем, посмотрим. Блять. Да давайте оденем, слушайте. Почему бы нет? Так, теперь надо. Или потом заебенить. Давайте потом заебеним. Пьем кофейка. И в путь. Чего можно избавиться-то? От этого избавимся, все равно он уже сломанный почти. Ну все, погнали. Тихо. Не ломайся. Ты вышел? Я охуею. Ты чё мудила, блядь? Блядь, с него с ружья выстрелили, блядь. Он уж пошел, блядь, и задрал меня. Так, ребят, продолжаем. Чё, сильно, кстати, подрал мне волчик-то? Прилично, прилично. Шапку порвал. Хорошо.
Давай. 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 О, блядь, сука. Пидорас, блядь. Блядь. Тебе что, не хватило, что ли? Блядь, у меня выносливость кончилась, надо ждать. Ебаный Миша. Он еще пиздюлей хочет. Понимаете, как он бесстрашный. Давай, сука. Беги, сука, к мамочке, блять. Смотри, какой он охуевший, блядь. Я охуею с него. Как это объяснить-то можно, блядь? Ему, по-моему, вообще похуй, блядь. Ага. А теперь точно по съебам побежал. Три раза ему надо было. Надеюсь, он сдохнет. Охуевшая мразота, блядь. Так, допустим. Давай. Детали передатчика. Хорошо. Так, а теперь мы... Да. Тут мы, наверное, пожалуй, ребят... Давайте закончим. Вот, в следующей серии пойдем на вот на эту радиовышку и обратно к Джереми. Сейчас я за кадром сбегаю на разбитую железную дорогу и заберу вот этот вот тайничок. Вот, пока план таков. Ну, с вами был Леха. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте мое видео. До скорого.